Какой автомобиль быстрее, красный или грузовик? Красный. Отлично. Дельфины – это киты? Нет. Угу. Сколько штатов США? 14. Нет, 32. 14-32. Ну, между ними больше 14 или 32? Больше 32. Хорошо. Кто написал «Капитанскую дочку»? Давайте дальше. Какой цвет светофора вверху? Красный. Идеально. Цвет, сказали, первый элемент таблицы Менделеева. Не знаю. Ну и хорошо. 7 и 6? 14. Класс. Ой. Нормально, все, 14 и 14. Чтобы теперь вы не ответили, мы будем знать, хорошо, что это верный ответ. Любую песню Шуры припомните, пожалуйста. Знаете, это мой нелюбимый певец, к сожалению. Ну забудьте про него, к чертовой матери. Пушкин, Ломоносов и Тургенев. Кто-то из них не писал стихи. Кто? Пушкин, Ломоносов и Тургенев. Тургенев. Хорошо. Кто убил Кеннеди? А пока вы думаете, и пока все правительство Соединенных Штатов ищет убийцу, мы закончим с этим туром. Спасибо. Вы знаете, мне ни один вопрос не понравился, потому что мне бы хотелось услышать какие-то вопросы, возможно, про географию, по географии, извиняюсь, какие-то вопросы про правительство. Не про то, кто убил Кеннеди, разумеется. Я, к сожалению, этого не знаю. А так, готовились дома что-то? Да, готовилась. Это не первый мой конкурс подобный. И до этого интеллектуальные туры проходили несколько иначе, были более интересные вопросы, честно говоря. Поэтому, да, я уже давно начала готовиться к этому.